Всем привет, с вами Анна, канал Леди Брик, и сегодня мы будем строить банан-пожиратель, банана-итер. Это творение Тревора Хендерсона. Банан-пожиратель недавно появился в игре Гаррис Мод. Он выглядит как большой банан с руками и ногами. Он может передвигаться как на двух, так и на четырех конечностях. У него два глаза и два рта. Один рот находится на его макушке, и из него вылазит очень длинный язык. В общем, у него руки и ноги должны быть красными, но так как у меня не было таких деталей красных, я заменила их на черных. Приятного вам просмотра и не забывайте подписываться и ставить лайки. А в комментариях напишите, кого бы вы хотели, чтобы я еще построила.